Вас приветствует онлайн-магазин «Семян конопли» в оригинальных и герметично запечатанных упаковках европейских элитных производителей Holland Seeds Com.ua. Осуществляем продажу семян конопли на территории Украинской Федерации. Итак, сегодня представим фирму «Нирвану» сорт «White Widow», знаменитая легендарная «Белая вдова». «Нирвана» выпускает семена в таких упаковочках: на черное посередине Будда на фоне солнца. Сверху логотип Нирваны, листики конопли образуют словосочетание Нирвана. Перевернув упаковку, можно наблюдать краткие характеристики сорта. Это белыми буквами на розовой полосочке название сорта White Widow, потом значок феминизации. Справа мы можем наблюдать значение Five Seeds, свидетельствующее о том, что в упаковке 5 семян. Так мы не видим сколько, но цифра 5 говорит нам о точном количестве. Дальше идет обозначение международное, как его выращивать. Но мы об этом сейчас расскажем. Генетику не раскрывает Нирвана этого сорта. Это преобладающая сатива. White Widow всегда хорошая. Выпустил это Dutch Passion. Greenhouse подхватил. Вот сейчас продолжен Nirvana Seeds. ТГК у сорта 20%, White Widow всегда относилась к феминизированным медицинским сортам. Растет можно в помещении, можно на открытом воздухе, как кто любит и может. Период цветения средний, от 8 до 9 недель. Урожайность 350-450 грамм с метра квадратного в помещении и от 200 до 600 грамм с одного куста на улице. Сбор урожая приходится на середину октября. Хороший бюджетный вариант, не такая хорошая, как от Dutch Passion, ну и стоит в два раза дешевле. Присмотритесь, для начального уровня подойдет.